Но тем не менее, мы исполним песню, написанную без всякой видимой на то причины, сидя на кухне в трусах и глядя на коричневые железные гаражи и станцию Красный Балтийц. А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. Белые горошки, черный чай, черный чай, черный чай. А в доме пошли мужички, мужички, мужички. Да по асфальту каблучки, каблучки, каблучки. Зацопал в двери самой, как шарной, как шарной. Заступал в мужики, сам не собой, как двойной. А на них лучше под беда выходить за него. А он мужчина хоть куда, он служил. Подобно и камни, день и ночь, день и ночь.
звучит вот эта вот песня. Редкий мужчина не захочет угостить даму бокалом вина. Ну или хотя бы не пуститься в горячий цыганский танец. А я, милого ребята, узнаю. А по походке он носит, ребята, а вот я говорю тебе.
сказал вам в самом начале, но лучше поздно, чем никогда. Сегодня с нами на одной сцене один из двух создателей группы «Бригада С» Сергей Довлатов. Привет, друзья! Thank you.
Apple Store.